Друзья, всем привет! Выбрался на часик на рыбалочку. У нас тут есть черти города. Озерцо, речка. Но так как времени мало, покидаем спиннинг часик, может полтора. Может поймаем что-нибудь. Или щучку, или окушка для наших питомцев. У нас там кошечки есть на работе. Сейчас на озеро подойду. Включимся там. Осталось немного. Вот, друзья, пришли мы на это озеро. Там вон уточки плавают. Здесь есть и окушок, и щучка, и карасик, и карп есть. И мы будем пробовать ловить хищника. Сейчас будем собирать снасти и будем пробовать. Вот такое озерцо, здесь сделали трамплин, он на лыжах плавает. Озеро огромное, и там оно где-то туда дальше. Ну, сейчас будем пробовать ловить. Сейчас достанем коробочку с приманками, спиннинг я уже собрал. Поехали. Так, друзья, достаем коробочку. Взял силикошек с собой. Я все-таки хочу пробовать вот это вот чудо. Я уже делал обзор на него. Что на него ловится, толком никто ничего на него не писал. Сейчас попробуем. Оденем. И еще я сделал тут типа игрушки. Вот. На нас лепестком. Выглядит это вот так вот. Попробуем сейчас еще на это чудо. Также хочу потестировать силикон этот Днепросвинец, то, что я недавно приобрел. Игрушки вот с собой взял. Ну, что будет клевать, попробуем, посмотрим. Пока хочу поставить вот это чудо. Пробуем. Ребят, не знаю, будет вам видно или нет, но оно довольно-таки хорошо играет в воде. Вон, лапки у нее переливаются, как ласты. Плюс такой создает пучок, как пучок червей. Вот. Надеюсь, видно на камеру. Игра очень интересная. Но будем пробовать. Вот, друзья, поставил я такую приблуду свою. Я с того места ушел. Там очень много воды, вернее, этой травы. Вот приблуда такая. Делал игрушки. И остался мне кусок прутка. Так его сделал, как космастер, выточил и прицепил к нему лепесток. Поставил крючочек. Игра в воде очень интересная. Падает сначала сама вот эта вот игрушка, а с ней лепесток за ней парусит, так скажем, вращается. Сейчас попробую показать, но вода не сильно тут чистая. Здесь видно. Я потом попытаюсь или в банке, или в чем-то. Покажу потом. И водоросли цепляет. Ну, вообще мне понравилась игра. Такая незамысловатая. Вращается лепесточек. Сначала падает игрушка. Ладно, попробую потом показать. Вот я прибрался вот на такое вот место. Там вот рыбачки стоят. На удочке ловят карасика. А мы попытаемся покидать спиннинг. Уточки плавают. Пробуем. Ну что, ребята, вот я и собрался. Прошел уже полтора часа. Клева нет никакого. Вот. Обошел все стороны.
озеро, побывал на речке нашей городской. Ну, буду уходить. Время уже. Надо собираться. Сейчас еще подойдем к рыбачкам, там сидят, спросим, карася ловят, клюет у них или нет. Тут еще пришла вон парочка ребят молодых, целуются, не будем им мешать, будем уходить отсюда. Ну что, подошел я к дедушкам, ловят карася. С утра ни одной поклевки, но они на пенсии. Одну плотвичку, говорит, поймали и все. Это печально. Но я так думаю, что это просто жарко. 31 градус. Слабый ветерок, но он практически не чувствуется. Но по хищнику я за полтора часа, за 1:20 перепробовал его блерки. И блесны, и силикон, и приблуду, которую сделал, когда делал игрушки. Игра очень интересная, мне понравилась. На игрушку цепляют хвостик, там, или люрикс, или мех. Вот. А здесь я прицепил на вертлюжок лепесток, где карабином цепляется приманка. И на падение очень красиво играет. Будем пробовать эту приманку еще на большой воде. Может, судаку понравится. Не знаю. Посмотрим. Сделаю еще парочку. Сейчас потихоньку идем. Возвращаемся. И тут люди отдыхают, загорают. На улице очень жарко. Может, поэтому хищники не берет. Да плюс еще вода очень зеленая. Я думаю, попозже отдыхающие посъезжают сюда. Озеро очень хорошее. Вот, за камышами. С той стороны у нас бедные люди все дома построили. Особняки вот такие. Практически в центре города. Это очень бедные люди. Ладно, ребят, всем спасибо, кто смотрел. Ни хвоста, ни чешуи. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии, как у вас обстоят дела с рыбалкой. Заходите в гости. Всем пока, ни хвоста, ни чешуи. Так вот у нас люди отдыхают. Я такой срач после себя оставляю. Неужели не стыдно, не? Вот эти бутылки, то все, костры. Просто ужас. Самое главное, что приезжают сюда семьями, с детьми отдыхать. И оставляют вот такой вот семинарник после себя. Так это у нас водные лыжи начались. Там люди купаются, а здесь вот, вот такой вот срач. Приехали, отдохнули, насвинячили. Вон и в озеро скидывают мусор.